Механизаторы, агрономы и ветеринары. Спрос на сельскохозяйственные специальности в последнее время растет, заявляют в аграрном колледже города «Дагестанские огни». Учебное заведение взаимодействует с крупными предприятиями республики, на которых уже работают выпускники, получая зарплату в размере от 50 до 100 тысяч рублей. В колледже есть собственный автопарк, где ребята получают навыки вождения сельскохозяйственной техники. Интерес к сельскохозяйственному образованию у молодежи растет вслед за ростом эффективности этого сектора экономики. В аграрном колледже города «Дагестанские огни» более 900 студентов. В учебном заведении есть общежитие. Навыки агропрофессии здесь получают ребята из разных районов республики. У нас на сегодняшний день обучается 968 студентов. В основном они иногородные, приезжие. В основном обучаются с Дербенского района, с Табасаранского района, с Сулейманстальского района, с Магарамкентского района, Каякенского района. Обучается, конечно, у нас и из города «Дагестанские огни». Учебному заведению почти 80. В этих стенах обучались отцы и дети сегодняшних студентов. Были и годы почти полного забвения. Сегодня в аудиториях снова оживленно, а на автодроме ребята осваивают навыки вождения на легендарном МТЗ-82. Близнецы Иса и Муса Шихалиевы уже на третьем курсе. Ребята учатся на факультете эксплуатации и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Их теоретические знания подкрепляются и практическими навыками. В теории знаем про машины все, почти можно сказать. Потом умеем водить. Вот, например, 80-й МТЗ, 82-й МТЗ, ЮМЗ можно. ЗИЛ, например, ГАЗ-53. Все, что есть машины. Колодки давали на гранте менять. Колеса сам снимаешь там, знаете как, если лопнуло колесо, сам можешь поменять. В ближайшее время у братьев Шихалиевых, как и у остальных студентов третьекурсников, начнется практика на сельскохозяйственных предприятиях. Причем ребята будут получать зарплату. Производственную практику они по договору проходят на предприятие работодателя. Если у предприятия есть реальное рабочее место, они заключают индивидуальный договор со студентом с указанием этого рабочего места и с указанием, конечно, заработной платы. Совсем скоро эти ребята будут работать на фермах, виноградниках, в садах. Теперь аграрная специальность – это не только благородная профессия, но и с недавних пор хорошо оплачиваемая. Заработная плата наших студентов-выпускников от 50 тысяч до 100. Мы гордимся тем, что наши ребята уже работают на предприятиях. Нам очень приятно, когда мы выезжаем, что наши выпускники, наши студенты сидят, водят трактор и работают на сельхозпредприятии. В этом году запланировано участие аграрного колледжа города «Дагестанские огни» в федеральной программе «Профессионалитет». Это позволит учебному заведению значительно усовершенствовать материально-техническую базу и повысить уровень подготовки учащихся. Раим Абдуллаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Омаров. Время новостей.